SkyCard. Стирай билетики и выигрывай. Здесь ты можешь заработать быстро и легко, без каких-либо трудностей. Выбираешь режим и начинаешь стирать карточки. Стер одинаковые? Получил свои деньги. Также есть режим битва, где ты можешь поиграть с другими пользователями и попытать удачу. Здесь моментально выводятся деньги на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Переходи по ссылке снизу и зарабатывай вместе со SkyCard. Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Я рад вас приветствовать на межгалактическом чемпионате Лиги Гнойного по фристайлу. Безупречный фристайл. Лига Гнойного, безупречный фристайл. Сегодня в фристайл-баттле мы посмотрели, что фристайл-баттлы переживают не лучшие времена, да. Очень мало сильных каких-то фристайл-баттлов, где МС могут схлестнуться. И поэтому мы решили вот запустить свою лигу. Это не Б15, не Б14. Это Лига Гнойного, безупречный фристайл. Сегодня у нас будут 8 МС биться во фристайле за звание самого крутого и наилучшего, блядь. Это такие знаменитые люди, как OG Крест, Бластер Клоп, Джемо, Подземный Юлик, Виталя Джа, тише, хейтеры уже. Также со стороны Мишиной лиги, да, ну, его подраздела, выступят Дети Будда, Гиндельман, Лёва Гривна и Джуси Шайн. Лёва Гривна! Так что, друзья, сейчас мы, вот, вы видите, вот список батлеров. OG Крест, Бластер Клоп, Джемо, Подземный Юлик, Виталя Джа, Дети Будда, Гиндельман, Лёва Гривна и Джуси Шайн. Все, мы эту штуку, короче, вот они у меня, да, проэнумерованы. Теперь мы запускаем жеребьевку. Жеребьевка начата. Бам, все. Таблица, блядь, составлена. Итак, у нас будет батлица. OG Крест против Джуси Шайна, да, сразу два фаворита столкнутся в первой же паре, так что должно быть интересно, я думаю, всем будет интересно понаблюдать, как эти мастодонты фристайла сойдутся, да. Во второй паре мы уже видим, как Виталя Джа сражается с Дети Буддой. Пытается. Вот, это такой будет грязный, уличный, да, какой-то баттл. Ну, как мне кажется. Я не знаю, конечно, что ребята сегодня нам подготовят, потому что мастерство фристайла рождается на ходу. Заранее знать ничего невозможно. Так, Бластер Клоп будет сражаться с Лёвой Гривной. Да, это еще одна очень интересная пара на сегодня. Лёва Гривна приехал из Харькова и, думаю, задаст нам хорошего харьковского рыпачка, да, на сегодня. И последняя пара, это легенды. Джемо, Подземный Юлик, ну, более известный как Подземный Юлик, Джемо, сойдется с Гиндельманом, друзья мои. Вот, таковы пары на сегодня. Так решила Фортуна, так решил не я. Вот, это вот этот сайт, он определил. И можно начинать батл. Вот есть монетка, Миш? Нет, ничего. Ну, а как мы жребий кинем? Давай визитку кинем. Вот, на, кидай, давай, я снимаю, кидай эту. Так, я загадываю верхнюю, что там, Туборг или что это за пиво? Крыжечка. А какое пиво, марка? Как? Волковская. Волковская. Я загадываю волка, ты загадывай дырку, да, дырку. Ну что, давай тогда ты начинаешь первый, а вернее не ты, а Джуси Шайн. Так, друзья, первый начинает Джуси Шайн. Это настоящий фристайл батл, это не фейк. Yeah, вот, да, помоги мне. Мы за культуру. Только так, позитивный вайб, бро. Не шел бы мимо. Yeah. Распитывались на нормальном рыбачке. Dirty Sound в колонках. Кинг, yeah, oh, да, сука, видишь меня? Я не буду тебя оскорблять, нет, только позитивный вайб. Давай, давай. Yeah, я ворвался в здание, что? На фристайле трубки, ты кучу штанов, ты вот. Эй! Не пизди на меня, да-да, это вся моя семья за мной. Ра! Кто за тобой? Тот режилов? Кто за тобой? Ра! Ты гно, пошел нахуй, Эй, Буда, Йоти Шайн. Мой комбат, станешь со мной рядом, я сижу прямо в зад. Пу-пу-пу! Эй, тоже позитивный вайб.
Вавилон, Джош Грайм. Эй. Дети Грайм, ну-ка лови ответку. Я читаю фристайлы, читаю нередко. Поднимаю свой стиль, будто это монетка. Я, да, читаю, будто я король. Но на самом деле я голый кроль. Я прыгаю на ветку, собираю морковки. Если хочешь попотриться, потычу дорожки. Грязно! Дорожки своей подружки. Я читаю так, как пекут ватрушки. Мой рэп будто бы зубы у шлюшки. Он выпадет скоро, но я не Плюшкин. Эй, я не собираю всякую плащ. Я собираю настоящий хип-хап. Мои рифмы взрывают города, качают танцполы. Я круче, чем пол человека даже. Если хочешь пострелять, ты в меня промажешь. Пю-пю-пю, я уклонился. Знаешь, кто я? Я твоя сестрица. Ты не можешь забахнуть свою сестру. Скажешь про меня плохое слово, и я тут же вызову наряд ОМОНа. Ведь мой дружок — это Драго Вова. Это было грязно. Это был первый раунд. Это был первый раунд, друзья. В батле сошлись Олджи Крест и Джуси Шайн. Теперь вам нужно решить, кто вам понравился больше. Напишите, кому больше понравился Олджи Крест, он читал вторым. Олджи Крест читал вторым. Пишите плюсик. Кому больше понравился Джуси Шайн, пишите минусик в чат. И мы определим победителя сейчас в первой паре. Это два батл МС. Джуси Шайн. Джуси. И Олджи Крест. Олджи Крест. Это Олджи Крест. Олджи. Плюс. А за кого я что делал? За тебя плюс. Плюс. Минус. Плюс. Минус. Минусик на минусик. Плюсик. Плюс. Плюс. Нет, R это рубль. Плюс. Минус. 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 О! Плюс. Минус. Фу. Ха-ха-ха. Плюс, минус. И. Да, финальный. Финальный, давайте. Заебись, плюс. Да. И Олджи Крест проходит в следующий раунд, друзья мои. Джуси Шайн вылетает на этом этапе, к сожалению. Но он еще может вернуться. Сегодня у нас еще будут фристайл-джемы, где каждый может выйти и просто почитать. Это не проблема, чуваки. Это уличная культура. Любой может влиться в любой момент. И сейчас у нас будет батл Виталия Джа и Дёрти Будда. Начинает Виталия Джа. Ну что, друзья, мы не знаем, какой будет бит. Пошумите для Виталия Джа! Я Виталий Джа. Ты себя решил батлить, Джа Виталий. Если ты блатной, нажимай на педаль мусорскую и убегай отсюда. Если ты не можешь вывести по словам паскуда, я буду заставлять тебя сосать на коленях. Ведь ты, как Анна Каренина, будешь лежать на рельсах моего хип-хапа. Для меня ты пиковая дама. Я не вызову тебя даже в 3 часа ночи. Не вызову тебя, потому что ты конченый. Пососи мой кончик, я Миша Япончик. Мой рэп — это подорожник. Приложи его на раненую коленку. Я Регина Дроботенко, ты настоящий винокур. Если хочешь, купи вино, кур. Эй, я не брол, Никита. Что? И не Никита, брол. Я не брол, Никита. И не Никита, брол. Я не Паша Техник. Не Алексей Лебедкин. Я не Дима Фараон. Кто? И не Наташа Глотка. Вранье. Я Лебедкин. Нет, я совсем не Лебедкин. Сбился. Давай, мы будем заряжать только позитивные вибрации. Чувакам по рации, что тут нет места бифу и дису, тут нет места батла, тут настоящие скилзы. Тут пацаны показывают уличный стиль. Ты знаешь, я мастерство фристайла. Я зафристайлю тебя быстрее, чем умрет Кайл из Саут-Парка. Пацаны с бикрахи поймут, под мой рэп — это настоящий труд. Твой рэп — это трущоба, батл, пошел ты. Это было грязно, кстати. Пошел ты. Ну пошумите, йо! Дети Будда. И отвечает Дети Будда. Ни слова мимо, Дети Будда.
Ты не мой стиль, сука, ты говорил, ты уличный, нихуя подобного. Я Макс Кири на улочке, блядь. Пошел нахуй, сука, у тебя дыхалка. Нет, у тебя так это фалка, а? Бутербродки, я не знаю такого. Кто, блядь, олдсбуда, дети Буда. Кто ты, блядь, на? Ген, сука, вали так, то бэм. Это мой голдбон, бу-бу-бу, ля-ля-ля. Мы убили гуся. Уличный хип-хоп, нахуй Вавилон. Йоу, за респект мы бьемся каждый день с этим дерьмом. Ты шаришь нашу стиле, не кидай. Нахуй, выкупай, выкупай. Ну пожумите, йоу. Грязь. Это настоящее дерьмо. Сука, это грязь. Пацаны делают фристайл. Это Вась. Это Дети Будда. Дети Будда, врубись. Никакой войны, мы и Дети Будда вместе читаем фристайл, ты Иуда. Если предал хип-хоп, если начал читать эти бифы, диссы, отвечай за слова или вродил полиции, пойдешь. Мы не боимся стукануть на тех, кто диссит нас. Ну что, друзья, сейчас вы наблюдали баттл двух опытных МС, Виталия Джа и Дети Будда. И вам предстоит решить, кто из них был лучше. Первым читал Виталия Джа, вторым читал Дети Будда. Поэтому давайте, делайте свой выбор, пришлите плюсик, если победил Виталия Джа, и шлите минус, если победил Дети Будда. Ну давайте, проголосуем, пошумим, друзья. Шлите. Дети Будда. 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 Зачем они пишут имена? Ну минусик тоже шлют. Я просто говорю Будда, чтобы было понятно. Да, в этом батле разъебал Дети Будда. В основном минусы. В чатик летят. Дети Будда был сильнее в этом батле. Виталий Джа... Подождите, Виталий Джа хочет что-то сказать? Я считаю, это незаслуженно. В прошлом батле я проходил до финала. Сейчас вы отчисляете меня. У меня были плотные рифмы, плотный флоу. Я считаю, это незаслуженно. Давай еще раунд. Давайте еще раунд. Камон, я не участвую в этом говне. Что, ребята, как вы думаете, надо начать еще раунд или нет этим двум МС? У них произошел рамс между собой. Поэтому шлите плюс, если вы хотите, чтобы был еще один раунд. Шлите минус, если вы хотите, чтобы все-таки прошел Дети Будда и дополнительного раунда не было бы. Камон, ребят, я сделал это дерьмо честно, он никакой, нахуй это дерьмо. Ну что, ребят, давайте. Люди голосуют за еще раунд. Дети Будда, тебе придется дать жару. No problem, man. Джа все видит. Кигнус, включай эту говну. Yeah. Shoutout моим деткам. Галя Робок на пол согнутых. Дети Будда, и давай. Yeah. В этом батле решится, кто проходит дальше. Yeah. Сука, мы делали хип-хоп, когда ты только начинал ходить под стол, сука. Да, мы делали это дерьмо. Эй, эй. Мы курили сразу все. Че ты скажешь, бро? Шиш! Не ебаш фристайлы, нет, я ебаш концерт. Шиш! Каждый мой второй куплет, это тебе хуй в рот. Шиш! Шиш, гашиш, похуй нахуй. Оу! Оу! Грязный, йо. Да, мы стреляем как собаш. Да, ты в Собчак как собаш, блядь. Мы стреляем, как сова. Ра-ра-ра-ра. Галя Робок навсегда. Моя девочка со мной. Так что стоим с колбасой. Покачайте для Дети Будды. Снова диски в выходные. Что купили, все скурили. Джимба. Отвечает. Йоу, ты зря стал базарить на мою семью. Я вообще не пью, но сегодня я выпил. Мой фристайл будто бы, бля, летрюк. Я прискакал в твою деревню, вымпел. Трезина, как трезине, я на резине, под резиной зарезинился. Снова заряжаю,
водки выпил, теперь выиграл этот бар. Не, подожди, стой. Пацаны с района заряжают этот дикий стиль, убирают сразу всех, кто пытается нам сеть. Пацаны с района заряжают дикий стиль, убирают всех, кто пытается нам сеть. Мы тысячу раз убирали всех МС, мы тысячу раз поговорили тебе соси. Ты пытался убежать, но убежать от нас нельзя, ведь мы догоняем тебя, как опасная сова. Да, мои парни надевают капюшоны, мои парни надевают у себя скапоны, мои парни надевают себе голову завод. Мои парни показывают толковой зор, мои парни зордые, мои парни любят, когда их ебут в Нарнии, мои парни супер, где мы, тупиковая ветвь. О, грязно. И ладно, респект, бро. Это был сильный став. По славу хип-хопа, брат. Это был сильный став, пис. Все, парни выяснили отношения в батле и за мир. Теперь главное, что они за позитивный вайб, за хип-хоп нацию. Друзья, но вам придется все-таки решить, кто сегодня проходит. Итак, посылайте плюс, если Виталя Джа, и посылайте минус, если Дети Буда. Это Дети Буда. Это Виталий Джа. Ну что, друзья? Буда. Ну что, ребята, Дети Буда проходит следующий раунд. Да. Это был достойный коннект, мэн. Следующий раунд проходит Дети Будда, и в следующем раунде он сложит Солджи Крест, но это будет позже. А сейчас мы увидим битву Бластер Клоп против Лёва Гривна. Лёва Гривна приехал из Харькова, сейчас мы ему дадим пару слов, чтобы он представился. Лёва Гривна. Всем привет, у меня скоро выходит новый сольный альбом с моим корешем Разрядным. Мы делаем это дерьмо уже 10 лет вместе, с одного района. Камон, брат, если также ты хочешь купить нормальные стоковые шмотки, стучи мне в контакт, 420, мой никнейм найдешь, там все спишемся, за гривны отправим. Йоу, шарап. Зачем ты пришел на наш батл? Я пришел, потому что я могу ходить. Бро, что? Я за коннект. Что ты можешь сказать про Бластер Клопа? Бластер Клоп очень сильный МС, я видел многие его батлы, мы списывались с ним на хип-хоп про еще в 2006 году, тогда хотели замутить фиточек, но не срослось немножечко, теперь мы с ним решим по-другому. Удачи. Спасибо, брат. А теперь слово Бластер Клопу. Бластер Клоп. Я-то Бластер Клоп, и мой бластер стреляет в тебя, будто Клоп. Я приехал из Полтавы, чтобы доказать Полтавченко. Ты... иди нахуй. Ну что, друзья, вы готовы видеть этот горячий батл? И сейчас первый на стене начинает Бластер Клоп. Мои улицы помнят боль, мои улицы помнят соль на кроссовках и каждое слово. Мои улицы помнят подольная корова. Эй, мои улицы знают, кто я такой. Мои улицы видели слезы и боли, как мои глаза падали на асфальт, как разбивали моим лицом газету. Мои улицы помнят всем газету, что я сделал в пятом классе, это знает каждый. Я прихожу на батл для того, чтобы доказать, что я никогда в жизни от кашля не кашлял. Эй, мои рифмы это пулеметы, твои рифмы это дендроиды, иди и грот. Мои рифмы это булимия, мои рифмы это пулевые ранения в твоем теле добротном. Мои рифмы убивают негеров, мои рифмы стреляют, как будто они негеры. Мои рифмы будто бы тигры крадутся в них. Мои рифмы это не компромисс и не бис. Я не выйду на бис, ведь я рэп-артист по типу Птахи или Давида. Да, звезда Давида на твоей плите могильной ядовита. Моя слюна убивает рэперков. Если что-то ты мне скажешь, значит ты, бля, не готов. Ты, блядь, не готов рамсить против Путина и против Ви Агутина, блядь, с нами. Но главное, мы, пацаны, главное быть за хип-хоп нацию. Ну-ка давайте пошумим. Дайте мне шуму! Хип! Я дам вам флоу, блядь! Хоп! Я дам вам вайбу, друзья! Эй, мои рифмы разбивают головы, мои рифмы убивают! Yeah. Я вижу много городов вокруг, я вижу много воронов и много добрых молодцев. Они все придут и заберут мою плоть. Они все хотят забрать мои зубы. Они не стальные, но как изюбры. Мы ползем по снегу, мы идем и знаем, что где-то там нас ждет. Хищные вещи века, толстая итипедия, как Википедия, умная твоя мамка. Я знаю правду, ты знаешь самых с района, с квартала, с района, с квартала. Но мне все мало, заряжаю в бурик и стреляю так, будто это шутер. Жестко, жестко.
Да, друзья, да, вот такой был раунд. И отмечает Лёва Гривна. Лёва, давай им жару. Что, старичок, ты там сказал про... Пошумите для Лёвы Гривны, ё, чё вы заснули? Всем хорошо. Лёва! Строчки, качественный контент. Лёва Гривна! Да, я француз, называй меня так, я трахнул твою мать и не спросил тебя, а? Ты пиздишь за культуру, но что ты там сделал? Ничего, ты не гуру, эй! Ты просто овощ, тебя и выбьют в рот, любой весной дождь. Эй, что? Да, 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 я пришел сюда ебашить. Лёва здесь, значит, будет раздаваться. Лёва здесь! Простоквашино. Йоу, ты собака, я корова, блядь. Ты почтальон, я дядя Фёдор. Кто там такой, я не слышу, ёба. Дядя Лёва, дядя Лёва. Гривны, гривны, сюда их, ёба. Эй, пизди со мной. Бит вырубается, но мне пох на всё. Е, здесь шараут, Харьков. Е, мои братья в здании. Коннект. Пис, я... Нет волка, только собака. Это Лёва Гривна. Yeah. Харьков, Одесса. Маузер. Екатеринбург, Челяба. Только коннект, мне похуй на все. Делаешь деньги, мне похуй на все. Oh. Я не знаю, чего ты там хочешь. Я не считаю чужое бабло, а вино. Oh. Жизнь ёба. Чё ты строки, мне похуй. Лёва, oh. Это моё имя, мне похуй на все. Это моё имя, а ты кто такой, Васёк? Oh. Кто ты такой, Васёк? Похуй на все. Кто ты такой, Васёк? Похуй на все. Похуй на все. Склад. Кто ты такой, Васёк? Лёва Гривна разъебал, конечно. Зал просто в шоке, блядь. Ебать, девушки показывают титечки. Тут творится реально безумие, друзья. Но голосовать так нужно... Не надо, у нас за это сажают сейчас в Украине, не надо. Голосовать, к сожалению, нужно вам. Итак, друзья, сегодня у нас столкнулись два именитых МС, такие как Бластер Клоп и Лёва Гривна. Если вы голосуете за Бластер Клопа, шлите плюс. Если за Лёву Гривну, шлите минус, друзья мои. Давайте, мы определим, кто победил в этой бойне. Помните, что мы за хип-хоп, мы развиваем культуру, движение, рэп, граффити, брейкданс, фристайл. Это одна из основ хип-хопа. И поэтому мы развиваем этот жанр. Мы делаем эти фристайлы действительно горячими. Брейкдансинг, everything. Брейкдансинг, everything. You know. Чего? Ну что, друзья, похоже, в этот раз проходит Бластер Клоп. Да, но залу это не нравится, зал считает это несправедливым, и вот уже кто-то в меня даже кинул бутылку. О, братский коннект, вы чего? Друзья, мы здесь собрались ради, мы здесь ради позитивного вайба собрались, чтобы почитать фристайл, во фристайле мы можем выяснить все какие-то недомолвки, друзья, поэтому не надо переходить на физическую агрессию, давайте выйдем в этот круг и сделаем горячо, сделаем настоящий батл рэп, настоящий фристайл. Да, друзья, и что, Бластер Клоп проходит следующий раунд, дайте шума для Бластер Клопа. И нас ждет мейн-ивент, украшение сегодняшней встречи. Джемо, подземный Юлик и Гендельман. Друзья, сейчас мы спросим у Гендельмана пару слов. Представься. Риба. Ну, пацаны, зовут меня Гинь. Оу, зачем ты пришел сюда? Я и был здесь всегда. С этого начинается рэп. Что ты сегодня нам покажешь? Хип-хоп. Какие у тебя есть альтернативные умения? Шикарно двигаю руками. Ты даровитый? Я. Да. Давай, не дрифуй. Ну что, ты начнется величайший батл всех времен и народов? И первым начинает Гендельман. Гендельман, убей его! Нахуй. Гендельман, ёбни ему! Здесь не будет драки, нет. Ты расчистый друг, здесь только братский коннект. Ты сядешь на хуй или за респект? Ты сядешь или нет, блядь? Эй, кто ты такой? Я не помню никнейм. Эй, кто ты такой? Я не знаю тебя, леди. Подземный Юлик! Да извини, я попутал, Юлик очень-очень знаменит. Ау. Сука, подземный нахуй, пошел вон, я играю в папу.
Я играю в поезд, по 19, не бог настройки. Хоть бы топки, хоть альтернатива, хоть на классике, пох на все, хоть без убасики, бля. Эй, эти удары в тебя летят. Эй, ты чё стоишь, ты дурак? Ты не уклонишься, ты упадешь. Ты уклонист, да пошел ты лох. Эй, молодежь должна служить в армейке. Только так станешь мужиком. Только так. Ты танцы служить должен. Гентльман. Гентльман. Только так, гентльман. Гентльман. Свежий, будто рыжий А. Рыжий А. Гентльман. Гентльман. Гривны, 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 киллер, киллер. Свежий, будто рыжий, да. Юлик, это, блядь, зашло. Давай, что ты скажешь? Я Юлик, я вырос в подземелье. Я приходил к тебе и трахал тебя на той неделе. Мои панчи, это осы, залетают тебе в жопу. От них поздно. Мои панчи это мед. Ты обмажешь об им яички, и тогда тебя поймет весь народ. Весь народ! Пугачева и Алла Борис. Если хочешь победить, тогда борись. Бррр. Не устроишь Бориса себя, если не научишься с бутылкой обращаться. Давайте поднимайте хип-хоп культуру, делайте как я хип-хоп гуру. Настоящими приемами бейте по мордам тупым привестникам хип-хопа. Мы уберем их всех на батл рэп на небе. Нахуй их респект, курим олджиге. Мы приходим, твои парни с ничем. Мои парни все синички. Посчитали и в кармане посчитали, но на спички не хватило. Чё, ты же просто чёрт. Зачитай мне рэп и увидим, кто из нас драчёт. Кто из нас почёт, а кто из нас драчнёт. Эй, ты, братишка, ни о чём, бля. Фу, нихуя. Фу. Ну вот, друзья, такой вот батл вот сейчас у нас был. Это был горячий, по-моему, поединок. Очень жалко, что придется распрощаться с одним из этих MC. И по привычке голосуйте. Если вы за джема подземного Юлика, ставьте плюс. Если вы за фристайл от Гиндельмана, ставьте минус. Давайте посмотрим, кого больше. Гиндельман. Мои люди со мной, Новогиреево. Что ты хочешь сказать тем, кто голосует за тебя? Я знаю каждого, вижу каждого. Братья связь. Братья связь. И начинается активное голосование. Голоса пока идут, разделились наполовину. Прям ровень в ровень идет, плюсик-минусик. Но вот уже 2-3 минуса больше. Минусы, минусы, в чат идут минусы. Да, и сегодня в ожесточенной борьбе в следующий раунд проходит устрашающий Гиндельман. Правда, братья. Ну что, друзья, вот и прошли отборы, и мы можем насладиться теперь полуфиналами. В первой схватке сойдутся Дети Будда и Олджи Крест. Дети Будда, привет! Всем привет, рад снова увидеть вас, отличный вайп, отличная движуха, наслаждаюсь здесь, пью свой джуси фрут. Ты сильно прям хочешь попасть в финал? Йоу, мэн, я ехал сюда трое суток в плацкарте, познакомился с отличными людьми, мы выпили крепкий чай, пообщались, и теперь я хочу победить, да, мэн? Давай тогда сегодня даем на клык. Даем на клык. Ну что, друзья, вы готовы лицезреть батл века? Дети Будда и Олджи Крест. Две легенды уголовного мира, можно сказать. Сейчас наш диджей Криндус включит бит какой-нибудь. И Олджи Крест начнет. Это Олджи Крест. Я the best, ты нет. Это Олджи Крест. Вот и крест. Это Олджи Крест. Я the best, ты нет. Это Олджи Крест. Вот the best. Это Олджи Крест. Олджи Крест залетает на биты. Если кто-то батлит, то это браток не ты. Ты стоишь передо мной. В таких-то штанах ты натуре рэп-герой. Ведь они напоминают мне урину. Они напоминают мне всего.
что я забыл и чего еще не было. Даже башни Кремля. Я помню, кто ты такой, уберу тебя, это триоль. И мой рэп будто антресоль или фасоль. Разломает тебе голову, словно бы я косой. Поджигаю, курю его в парадке. Потом иду домой, ищу шоколадки. Но их нет, их съела моя бабуля. А значит, это девка пуля. Эй, пулитцеровской премии не получил. Но покуда делаю на битах, я чил. Все качают и качают головами, все кончают. Эти детки обожают, когда моя алая знамя восходит над их закатом. Я понимаю, что такое батл, но сегодня, ребята, пора поговорить про вещи важнее, про культуру и про уважение. Я уважаю оппонента, ни одного плохого слова, ни за что не обижу его и его дойную корову, что он называет женщиной. Своя анальная трещина, играли мои друзья Заур и Вероника. Ты можешь что-то говорить, но что-то ты поникла, посмотри-ка на себя. Ты рубаха парень, но где твоя рубаха? Тебе не наливали бары, чё же ты косой такой? А я крутой такой, ведь у меня вместо глаз перегной. Я робот Вали, я глотаю валиум и знаю правду, что ты не навален тут. Когда читаешь про наркотики, ты выглядишь так, будто тебя забаррикадировали морские котики. Жил как Вьетнама, но за тебя стыдится твоя мама. Это стыдно делать такой рэп, не давай, не читай малолеткам этот бред. Типа уколите звену или дайте себе в жопу. Уходя отсюда, це бля не Европа. Россия, сука, це бля не Европа. Украина, сука, це бля не Европа. Кыргызстан, сука, це бля не Европа. И Казахстан, сука, це бля не Европа. И это це бля не Европа. И это це бля не Европа. И это це бля не Европа. Ты вышел на батл и порвана жопа. Джимбо. Я не Джимбо, нет. Я Джимо. Ты Джей-О. Запомни мое имя, yeah. Я убиваю свое имя. Хочешь посмотреть на меня? Давайте лапеху скинем. Чтоб я купил себе зубы. Эти никуда не годятся. Половые трубы прохудились. И вместо жопы какое-то странное вещество. Какое-то странное вещество. Бля, все, нахуй, его. О, это было жарко, это было горячо. Это было горячо, но еще горячей. Мощный раунд. Будет ответ, я думаю, от его противника. Тети Буда. Ты продал свой крест, ты попал в семифайнал, да? Но у тебя на рту, по-моему, семя Вани, брат. А? Такой вот коннект, такой вот репак, такой ты бандит. Такой твой этап, нихуя все смердит. Ты просто чушка, мне так похуй на тебя. Ты не хохлушка даже. Ёбаный белорус, что ты пиздишь на Русь? Стань ты от нас уже, мы надаем вещей. Тогда наконец-то, брат. Твоя карьера была. Ага. Но ты не забудешься, ты? Как шахат деда, да-да-да. Как шахат деда. Помнишь победу, не помнишь ни черта. Ты никогда не был там на Олимпе. Только если в пельменях Олимпия. Ты не Олимпик, ты не Марсель. Ты просто твин дикпик. Пошел нахуй, здесь дети Будда. Слава Аллаху, цени Украина. Це, бля, Европа. Пошел нахуй, ебаный тохаль. Цени Украина, це, бля, Европа. Забей меня, Вася, Коля, Антоха. Я есть все здесь, понял? Ведь я есть все здесь. Понял? Ведь я есть все здесь. Тач, ведь я здесь. Затягиваю тебя, брат. И ты не будешь против. Затягиваю тебя, брат. Не испачкаю анорак. Затягиваю тебя, брат. Да я уже в финале, бро. Ведь со мной мои люди, со мной мои братья, со мной мой святой горск родной помнит меня. Каждая стена, я улица Ленина. Закладка на Беринга. Улица. Я всегда был на улице. Улица. Родной город, помни свое место. Помни, где ты родился, брат. Помни коннект, помни хип-хоп. Ееееее. Ну-ка, блядь, пошуми, блядь, эти боды. Бля, это был бомбовый раунд. Очень душевный, очень сильно, друзья, было.
Бля, это было очень круто. Ради таких батлов мы и пытаемся развивать культуру фристайла в России. Проводим эти мероприятия, собираем вас всех в этом месте. Ради таких батлов, как это, блядь, горячее, горячущее дерьмо. Его даже в руки не возьмешь, это дерьмо. Итак, друзья, голосуйте. Плюс за OG Crest. И минус за Dirty. Dirty Buddha. Ну что, друзья, я жду ваших оценок. Плюс OG Crest, минус Dirty Buddha. И мы узнаем, кто проходит финал. Кто проходит финал Лиги Гнойного, безупречный фристайл. Кто? Кто этот счастливчик? Кто этот радостный калека? Плюс, минус, плюс, минус. Плюс. Плюс. Плюс, минус. Плюс. 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 Да, минус. Или походу в это следующее... Ну, подождите, минус. Минус, подождите, стойте. Картина еще не знаю. Плюс. Ну что же будет? Минус. Минус. Плюс. И давайте три решающих сейчас. Вот плюс и три решающих. Плюс. Минус. Плюс. OG и OG Crest. Crest проходит финал. В финале будет OG Crest. Dirty Buddha, что ты чувствуешь относительно своего поражения, вот этой всей истории про то, что он зачитал, про це Европа, а не Европа? Ну, брат, у меня двоякие чувства сейчас, потому что, с одной стороны, мы ощутили нехилый вайб, да, зал качава, это было круто, мэн. С другой стороны, мне не понравились некоторые строчки, потому что я считаю, что любой поток сознания, который идет из тебя, он должен быть чистым. Это ну, хорошие да. Слова. Я тебе буду респект. Спасибо, что посетил мероприятие. Было клево. Приходи еще. Обязательно. Мне некуда идти. Можешь тут остаться. Так, ну что, друзья, и финал у нас проходит OG Crest. И следующая пара будет Blaster Club против Гиндельмана. Ну что, друзья, вы готовы? Начинает Гиндельман, и я, блядь, боюсь, что это будет настолько горячо, что ваши смартфоны взорвутся нахуй. Потому что, блядь, этот человек умеет читать трэп. Ну что, друзья, вы готовы? У нас сегодня немного такой сюрприз для участников. Сейчас я этот сюрприз, собственно, нагуглю. Чтобы участники немножечко охуели. Итак, начинает первым Гиндельман. Посмотрим, как он заскочит на этот бит. Я слышу симплы. О, Сэм, привет. Гиня, Гиня, эй! Гиня! Да, я там огочи, я! Да, я там огочи, я! Прыгаю, как дурак! Нет, мы не утки, сука! Эй! Па-па-па! Принципиально не считаю подбитых больше 2000-го, потому что я считаю, что рэп скатился нахуй. Оооо, Гиндельман. Я буду молчать, пока играю в это говно, потому что я только за коннект, только за хип-хоп. То, что делают эти ублюдки, они уничтожают рэп, свою мысль проявляют. Рэп — это 4 стихии. Это травка, Вавилон, рэп и коннект. Остальное — это ладно, все. Ладно, ладно, Гиндельман, тогда походу... Тебя позвали на хип-хоп конфешн, только истинный звук, бум-бэп глупый. Будет отвечать твой оппонент, Бластер Клоп. Мне плевать. Признай, признай. Это Бластер Клоп, я как Бластер Клоп. Бластер Клоп летает, как будто Бластер Клоп. Я как Бластер Клоп. Мама Бластер Клоп. Нет, окончился, дерьмо, чувак, вырубил. Респект. Говорит правду, блядь, вы портите хип-хоп этим дерьмом. Мы собрались здесь делать настоящее уличное дерьмо, блядь. Качать этих людей. Этих людей не качает этот чувак. Так что давай нам нормальный бип, чувак. Давай что-нибудь из диджей премьера. Такая вот вышла неприятная заминочка. Участникам не понравился бит. Ну ладно,
Это будет первое такое исключение нашей площадки, но мы поставим на другой бит. Дилля, начинай. Пришло мое время, респект продакшн. Гили, начинай. Эй, Гили, мои братья, Гендаль. Только трушный рэп, никакого пыр-пыр-пыр. Я пришел на эти улицы с густой мозгой. Я пришел обоссанный твои кроссы, твои пацаны, тут не вывозят. Я здесь, блядь, борец, а ты борец, да, сука, я здесь, не так, пау-пау-пау, тренер, нет, я коннект, блядь. Все это бред. Тайм рэп уже 15 лет, рубись. Я не выучил ничего за эти годы, мэн, рубись. Но мне похуй, я все знал, со мной братья, со мной мой бог, это Джан. Растопорай, сука, только так, я знал. Убиваем бит, это мышка, клик, клак, эй. Ты рассочек, ты прошел нахуй, сирот кусочек, ты прошел нахуй. Я тебя трахну. Ой, это плохие слова, и так говорить нельзя. Это ветрушный репак, как завещал. Давай репак. Не материться, братан. Давай не материться, братан. Сами репак это круто, сами репак это клево. Только не слева и лево. Я сам арестом он стар, нахуй тебя. Я сам арестом стар, я сам арестом стар. Это был Гиля! Дайте шуму для Гендельмана, блядь! Пошлите смайл в этот чат! Пусть Гендельман знает, как вы любите его в дерьмо! Не играли в игры, мы играли в волейбол! Не играли в игры, ты пиздел Пиноккио! Гендельман! Просто люблю хип-хоп, извините. Это был раунд Гендельман. Вы чувствуете мой коннект, вы чувствуете, хотите еще, да? Пу-пу-пу! Я дам этого в финале. Дай Гиля! Все, я. Это Бластер Клоп. Ну-ка в чате поднял руку, крикнул Бластер Клоп. Клоп! Это Бластер Клоп. Кто? Это Бластер Клоп. Ну-ка в чате кинул смайлик, это Бластер Клоп. Я Бластер Клоп, я залетаю на район и покупаю сразу две. Я Бластер Клоп, я не играю в игру, но кидаю на респект. Я играю как Бузова, играю как Бузова, Бузова Гэнг. Я Бластер Клоп, ты не победишь даже за сотню лет. Бластер Клоп, я читаю рэп, как будто я якудза. Бластер Клоп, я решу тебя зрение, как будто якудза. Бластер Клоп, я убиваю всех, как якудза. Бластер Клоп, это Бластер Клоп, и тебе Бластер Клоп. Знаешь правду, играю с игрой, но не играю с этим. Я не играю с этим, я покупаю став, но не таскаю с этим. Я не таскаю ставчик, меня мусор принёт и заберёт мои штаны. Я не таскаю ставчик, меня мусор примет и заберет мои трусы. Нет, я не дам мусорам даже своего ногтя. Я не дам мусорам даже пузо пожевать. Я не дам мусорам даже глянуть мне в глаза. Я одену очки и пошлю весь мир их на. Попал. Иди нахуй. Гиля, ты, блядь, крутой МС. Но извини, я на батле словно гладиатор без ноги и рук. Я на батле словно я курит. Ту-ту-ту-ту-ту, это мой АРБ. Ты не знаешь, кто тут сделает, не знаешь, слайм, грязь. Это чертово колесо фортуны. Бу-бу-бу. И я тот, кто достает уголь из печи. Эй. Не обожгись, бро. Это Бластер Клоп, блядь. Голосуй за Бластер Клопа, или тебя ёбнет инсультом, блядь. Возможно, кстати. Ну что, друзья, это была очень горячая схватка. Недаром это полуфинал. Да, Гиля был горяч. Но и Бластер Клоп, по-моему, достойно ответил. Выдал жаришку, по-моему. Итак, друзья, кто голосует за Гилю? Посылаем плюс. Кто голосует за Бластер Клопа?
посылаем минус. Так что давайте, друзья, решим, какие же МС сойдутся в финале. Кто же встретится с Олджи Крестом в финале? Бластер Клоп или Гиндельман? Гиля плюс, Бластер Клоп минус. Клоп, извинись, пишет. Минус, плюс, плюс, минус. Требую пропустить Дерти Будду. Плюс, минус. Очень ровный счет, очень ровный. Баттл был равный, да, я знаю. И вот прям впритык пока. Непонятно. Ну давай сейчас за следующие 2-3 решим. Плюс. Плюс равно. И плюс. Да, и в следующий раунд проходит Гиндельман. Гиля! Что ты расскажешь нам про культуру, Гиля? Что ты чувствуешь насчет победы? Ты одержал победу в этом сложном батле. Ты в финале Лиги Гнойного безупречного фристайла. Что ты чувствуешь, Гиля? Жизнь, она как раки в Ростове. Ха. Главное поймать. О, Гиля, ты хорош. Ну что, ты готов брать финал? Ты будешь сражаться? А что, это не финал был? Это был полуфинал, Гиль. Окей, мэн. Итак, друзья, нас ждет эпичная заруба. В финале сойдутся настоящие легенды. Гиля, известный как Гиндельман и Олджи Крест. Эти ребята наши лучшие фристайлеры, у них есть своя фристайл-учебка, фристайл-учебка, вы все можете прийти в фристайл-учебку, и они научат вас крутому рэпу. Но напоминаю, что в финале у нас 2 раунда. Ну что, начинает OG Крест. Это OG Крест, топовый замес, я снимаю девку. Покупаю секс, эй, это OG Крест, топовый замес. У меня инцест, у тебя же нет. Денег нет, сучек нет, тачек нет, тёт нет. И друзей тоже нет, я читаю рэп. Эй, это OG Крест, топовый замес. Купи мне дворец, я OG Крест. Крест на моей шее, крест на моих группах. Крест на колон, даже на моей залупе, сука. Эй, Олджи Крест, заряжаю это, сука. Пятый, Олджи Крест, я покупаю себе крест. А потом иду в эти, блять, палаты. Родильные палаты, забираю там ребенка, изваляю его в муке. Получится коронное блюдо, мое любимое. Тьфу, ребятка, ты покупаешь что-то, но это вязка. Это нигер клоун. Эй, ты узнаешь, кто такой этот нигер клоун. Эй, это Олджи Крест. И я вот тебе крест делаю во втором раунде более угарный рэп. Хотя мой фристайл не тащит топы, не качает. Я знаю, что выгляжу как чайник. Все мне не махают ладонью и рукой. Все говорят, извини, возраст не призывной. Ты пойдешь служить в ясли, пойдешь служить в детском стройбате. В детских лагерях ты сгниешь. Дети будут гореть, не хриты с ними, потому что ты глупый. Хочешь что-то под 3 за лупу или лампу Аладдина, лам ромашку, что ли? Я побеждаю, как Антон Анатолий. В интеллектуальной викторине побеждаю всех, а после прихожу и на риминг со старухой. Или со старухой, или все-таки со старухой. Ай. Мясо, мясо, брат. Немножечко что-то OG Крест подсдал. Ну посмотрим, Гиля воспользуется этим. Давай, Гиля! Гиля! Ладно, Гиля, дай! Я здесь, все еще здесь. Гиля, дай! Гиля, Гиля, свежий, свежий. Гуля, слабый, слабый. Постановки не крест, братишка. Ты болишь, просто шишка. Шишка на земле или просто нахуй. Шишка на земле или просто нахуй. Шишка на земле, ты на дереве крест. Эй, OG крест? OG крест! OG крест? Брррррр! Тут, но не с теми. Но не с теми. Эта девочка затерена. О-о! OG крест? OG крест? OG крест? Это просто так, инцест такой. Бу-бу! Я свежий, как гуля-гуля. Пиздит нахуй, как килька-килька. Ты меня гиля здесь, аши-аши. Ты капушок, ты нахуй, нахуй. Ты капушок, проебал все. Ты капушок, не снасел. Эй-эй-эй, во-во-во. Никакого йо-йо-йо. Брррр. Здесь только ужин. Брррр. Здесь только бали. Брррр. Здесь только бимы. Эй, не пизди на мой грю. Оу, не пизди на мой грю. Не пизди на мой грю. Вырыл могилу, сделал ты на килю, я вырыл могилу. Оооо,
это был Гиля! Это был Гиля! Гиля, ты не разъебал его! Гиля, блядь, блядь! Гиля! Гиля, ты, блядь, хорош! Ты был хорош, Гиля! О, да, толпу трудно успокоить. Да, Гиля задал жару, блядь. Но напоминаю, что в финале целых 2 раунда, а не 1, поэтому еще будет шанс. Ну что, друзья, включим финальный бит. Гринкус, включи финальный бит уже. Давай, Гринкус, сделай это дерьмо. Начинает Гиля. Джойстик Саб-Зиро. Сможет ли он укрепить успех? Крестик квадрат, я. Крестик квадрат. Гиля, Гиля. Правый и слева. Гиля, Гиля. Крестик квадрат. Ты жмешь на кнопочке, парень. Сидишь дома, нихуя не выкупаешь. Крестик квадрат, крестик квадрат. Крестик квадрат. Вся твоя комба, это крестик квадрат. Ты квадрат, но заваривал бело. Ты, ну, заваривал бело. Папа, мне не надо тут много. Мне не надо пиздеть, чтобы узнать, что ты лоб. Крестик квадрат. Крестик квадрат. Все твои песни просто вода. Крестик квадрат. Все твои песни просто вода. Котик, иди нахуй, братик. Подземный котик, иди нахуй, братик. Крестик квадрат. Все мое село болеет за меня сегодня, да. Я читал рэп даже когда не было воды в колодце. Да. Ты скажешь мне за это, парень. Я сидел с коровой и доил ее, и все равно фристайлю. Папа попал. Папа-папа, я на улице слышал их, когда дед набухался и стрелял по всем подряд, а сделал только меня. Я контуженный нахуй, Гиля, я контуженный нахуй, рэпер, я контуженный нахуй, спиннер. Это про тебя, это про тебя, братан, ведь мы все одна семья, это рэп, это хип-хоп, я люблю всех вас, семью. Сию свою не призывай ты никогда, ага. Потные лотки хотят забрать, ты не давай. Не. Лёва, давай отвечай. Гиля. Бля, это был сильный батл, не хочется уходить, проиграть, но этот чувак реально крут. Что поделать, Гиля, я собрал все силы, что поделать, Гиля, я купил мобилу, я купил себе 2 больших чемодана, собрал туда трупы, это была твоя мама, твой отец, и 13 лет я собирался в поход, я наточил себе топор, я пришел и бил, кит, друг родил героя, победил Геракла и был таким, я выпил спирт трое и был таков, я победил всех этих недоверков, мусоров, их же с ними, те же пидоры хотят забрать мой хат, нет никак, я вам не отдам. Это батл лига, и мы здесь. Только мы фристайлим. Все эти MC на версус и пиздят. Это не фристайл, хей. Ты умрешь так скоро, словно ты Кайл. Саус Парк Кайл Ти. Если ты тут до меня доебался, попробуй забери мои блатные фиксы, попробуй отбери у меня мой ритминг. Это рэп, а не рэп-граффити. Это тот, кто победит тебя на ивритте. Зачитаю тебя круче, новый рэп пока. Если я могу, то отделать мудака. Это легко для меня, кулак летит и бло. Хочешь победить, извини за добро. Мой фристайл летит, и я группа не бро. Попадаю в метки, как будто в пол. Стреляю из револьвера, я побеждаю так смело. Как будто бы я тут английская королева. Окей, я убрал все кэмси. Я пришел сюда, и я Ричард Клэмси. Расстрелял тебя с базуки. Пу, расстрелял тебя из руки. Пу, расстрелял тебя из ноги. Пу, расстрелял тебя без ноги. О, без ноги умер. Мне поебать на тебя, новый бумер. Ты себе не купишь, ведь ты без ноги. Все со мной, это мои стреноги. Я не пришлый с планеты Марса. Если ты вдруг до меня доебался, извини, но стреляю из своей базуки. Пу, и без ноги умер. Эй, без ноги умер. Этот без ноги умер. Тебя зовут Гиля.
но по мне ты Гульнара. Крест убил, убил. Это OG Крест. Ну-ка все. Это OG Крест. Ну-ка все. Это OG Крест. Я устрою вам замес, ведь я OG Крест. Убираю этих ублюдков и плотных мест. Они побираются на площадке. Я прихожу к ним и по брусчатке размазываю жир их по бокам. Если хочешь победить, то в абакан. Ей или я тебя опять завалю. Я глотаю твою минстру. Рубаха, парень, блядь. Это OG Крест. Крю, рабочие портняги. Мерсисайдс Крю, OG Крест, как вам? Финал? Ну что, друзья? Крест, ты бейший. Это был первый и дико жаркий финал, друзья. OG Крест и Гиндельман. И только вам решать, кто сегодня заберет главный приз. Вот эту вот охуенную пустую бутылку, из которой можно сделать кормушку или лопаточку для кошачьего туалета. Друзья, и так наступает тот момент, когда вы выберете чемпиона. Но прежде мы хотели бы буквально коротенький репортаж с Гиндельманом, потому что это первое его участие в батлах, и он сразу оказался в финале. Вы видели, каким был тяжелым для него полуфинал. С какими он идеологическими моментами столкнулся. Мы буквально пару слов интервью, и прежде чем проведем голосование. Гиля, как ты себя чувствуешь? В первую очередь хочу сказать, бро, спасибо, что позвал меня на этот тусич. Это был интересный экспириенс. Я испытал много вайба, много soulmates встретил сегодня. Послушал качественно битлоу. Возможно, немножко подкачала легкая волнительность, you know, but, ну, как бы все здесь на вайбе, все живем хип-хопом, поэтому я думаю, мои люди, те, кто знает мой посыл, те, кто понимает мой посыл, они как бы по достоинству оценят выступление. Гиля, и многие люди пишут, давайте еще раунд, потому что пишут, что ты был сильнее в первом раунде, а Крест был сильнее во втором. Да, да. Готов ли ты на еще один раунд? Знаешь, Гиля, ну как бы хип-хоп это то, чем я дышу. Третий раунд это как мамин правнук. Типа за рифма, понял? Ну что, судьи совещаются, друзья мои. И возможно мы увидим третий раунд. А возможно нет. Будет ли третий раунд, друзья? Сейчас судьи вынесут это решение. Да, и судьи говорят, будет третий раунд. Будет третий раунд, друзья. Начинает OG Крест, но раунд короткий, буквально по минуте, сказали судьи, потому что уже всем пора портфели собирать, детям в школу завтра. Так что давайте, друзья, последний раунд буквально коротенький, и по нему, видимо, будем решать, потому что реально по этому раунду было сложно определить. Гиля, ты готов? Да, мэм. Возьмем это дерьмо. Максимум вайба. Да ноу, это OG Крест. Да ноу, это тут инцест. Да ноу, это я the best. Да ноу, это OG Крест. Да ноу, у меня нет рук. Да ноу, у меня есть руки. Да ноу, у меня нет рук. OG Крест летел в этот дом, он побеждает так, как будто твой хип-хоп альбом разломан напополам, пау-пау-пау-пау. Расстрелял тебя, а потом убрался вон. Ты не рэпер, ты юморок, ты не рэпер, ты шавки, сиротки, расплавлю тебя на простыне. Ты знаешь, кто рэпер, а кто из нас нет. Ты просто чушка, ты просто чушка. Уберу тебя быстрее, я порву ночнушку на твоей сучке и на твоих обоях. Хочешь узнать, кто я такой, я поймал твой трой, сорвал твой трой. Я знаю, кто я такой, эй, блядь, это OG Крест. Пора поймать настрой, убрать репрекат с дороги. Пора поймать настрой, это данноу. Убираю это вам репрекат, так будто у него атрофировались руки, ноги. Потом печень вывалилась, потом вывалилось еще что-то. Потом пошла какая-то слизь, это не моя работа. Убирать этого вязкого мудака. Убираю его быстро, будто моя рука, эй, оу, говорят. Все, Крест, Крест. Да, OG Крест что-то подсбился. И на бит залетает Гуля. Крест, Крест.
крест, тебе нас не убрать. Да-да, я здесь, ха, крест, 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 тебе нас не убрать. Мы здесь всюду, я русская власть. Крест, 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 Гиля Гульнара. Что ты сказал, блядь, пидор ебаный? Сука, пошел бы. Нету здесь. Да, но. Нету здесь рэпа. Да, но. Нет человек. Эй, сами убавим. Палец нас повсюду. Эй. Мы сидим его, как треугольник шлюха. Да но. Ты пасал мне в ухо, нет, ты пидор прямо. Пидор прямо, ну. Гуля здесь, бля, что такое? Гуля здесь, бля, гуля-гуля, гимбельманчик. Гуля-гуля, не смарт мальчик. Па-па-па, губарский. Пу-пу-пу, по-польски. Па-па-па, я очень не знаю. Победил Гиля! Гиля, победа!